Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда Кофи и Овер, и сегодня мы будем открывать кейсы в CSGO. Всем привет, ребята! Вот вы знаете, друзья, эта неделя у нас получилась очень даже насыщенной, потому что я сам вообще просто в шоке, реально сижу, нам выпал нож. Мы крафтили два раза подряд драгонор, которые нам не выпали. Мы выбили 4 бизона красных новых, вот этих мы выбили новую эмку, чего мы только не сделали за эту неделю. Она у нас получилась реально, скажем так, продуктивной. Вот, поэтому сегодня, друзья, я не перестаю вас удивлять. Я не перестаю этого делать. Вот, поэтому чем же мы сегодня займемся? А, интересно, да, интересно. Так, где? А, по новизне. По новизне, друзья, смотрите, у нас 30 кейсов. 30 жесть, кейсов, просто понимаете? Жесть. 30 кейсов Хрома 3 коллекция, друзья. Я продал ту самую эмку, которую выбил из контракта, и на эти деньги купил, собственно говоря, все. Надеюсь, нам повезет. Да, я реально надеюсь, друзья, вот мы, правда, уже один кейсик как бы открыли, нам выпала синева. Ну и ладно, ребята, ничего страшного. Я предлагаю, будем просто сейчас по фасту открывать. Давай, по-быстренькому. Просто надо. Реально подряд, потому что, ну и у нас их сегодня очень-очень много. И это статрек. Статрек. Слушай, смотри. Да. Ну, ладно, хотя бы не просто синева, ребята, хотя бы просто статрек. Так, давай вот этот откроем кейсик, ключик и... Пожалуйста, вот, ребят, ну, ох, бизончик, если он нам сегодня выпадет, я вообще не знаю, я просто буду реально угорать, сколько нам уже это будет, пятый бизон получается, да? Пятый вообще. Это будет вообще, это просто будем ставить рекорды, друзья, вот серьезно, так. Я реально надеюсь, что нам сегодня повезет, потому что мы за последнее время потратили просто, ну, огромное количество денег на КС-ку и... Ну, надо же как-то окупаться. Надо реально как-то окупаться, а то это не дело. Мы на контракт Драгонвора потратили почти 60 тысяч рублей. А на остальные кейсы мы сколько денег тратили, друзья? Это прям жестко. Вот. Но чё-то пока но только... Чё-то пока, да, пока вот как-то начало, оно не очень впечатляет. Да. Но у нас еще очень много кейсов, поэтому... Да, поэтому шансов, ребята, у нас еще много. Реально, так... Опа, она дробовик. Ну, хотя бы так. Да, вот это здорово, друзья. Это хотя бы не синька. Кстати, по-моему, качество прямо с завода. Ну-ка, нет, после полевых. Ну, просто, ребят, еще новые пушки мы еще не, ну, как бы не разглядывали их особо, да, поэтому ничего не особо, как бы, можем определить, какого это состояния пушка да. будет. Ну вот доехало бы. Да, блин, было бы покруче. Да, было бы реально здорово. Но, к сожалению, нам падает опять же синева. Капец, мне что-то на самом деле подсказывает, что после того, как нам выпал нож, причем дорогой нож, ой, как долго. Падает, ой, да. как долго нам вести не будет, ой, как долго, реально. Так, ну смотри, мы реально уже так-то много открыли, но что-то пока не особо как-то. Пока да. Так, и... Да вы чё, опять? Да вы, ну блин. А сколько раз уже эта пушка? Не, нам вот береты выпали, до беретов докатилось, но все равно, ребят, как бы положение наше не меняется, все равно мы уходим просто в дичайший минус. П-250 пролетает, так, ну, да, хотя бы калил, блин, что ли. Ну, ёжик, ну что ж такое-то, друзья-то, а? Ну капец, ай-яй-яй. Все, открываем следующий давай кейсик. Дальше. Слушай, знаешь, их как будто они не уменьшаются, реально, вот такое ощущение у меня складывается. Да вы гастали, опять береты эти, да вы, ну, блин, ё-моё. Жесть. Так, ладно, открываем давай, следующий. Ну вот давай, так. Габенчик, ну давай, пожалуйста, что? Из этого чего-нибудь. Ай, блин. Так, ладно, хорошо. Возможно, кстати, можно будет потом контракт какой-нибудь замутить в конце серии, то есть, если нам, ну, там уже реально конкретно ничего не выпадет, то как бы... Да вы чё, серьёзно? Вот, вообще. Нет, слушайте, ребят, походу реально после того, как нам выпал нож, всё. Кончилось. О хороших пушках мы даже и думать не можем, походу. Так. МП-9. Ай, блин, ну что такое вообще? Так, ладно, хорошо. Мы не расстраиваемся, друзья, мы никак не расстраиваемся, потому что еще впереди нас ожидает... Опа! Ой-ой. Опа! Да! Добрый день. Просто, добрый друзья. Вечер. Добрый вечер. Стоп, а Дима. Дима. Прям с завода. Не нормально. Знаешь, сколько она стоит? Прямо с завода М-ка стоит 12 тысяч рублей. Немного поношено. Ничего не выпадет нам. Подожди. 5500, ребята! 5500! Лайкусик! Просто лайк! 100% лайк! Ребят, мне кажется, вот я, знаете, я реально уже удивляюсь. Я не знаю, что мне делать. Меня как будто муха укусила, которая... Вот муха, просто Гейб, муха вот под просто муха, которую зовут Гейб, реально, понимаете? Мне везет, я не знаю почему. Нет, блин. Смотри, давайте просто я вам покажу. Мы выбили М-ку. Из этой коллекции, смотрите, у меня чисто все галочки. Чисто все галочки. И понимаете, тут даже можно галочку поставить, что нож вывел, понимаете? Я... Да, Дима, как?
Ты еще знаешь, да не выпадет нам ничего. Просто смотри, давайте про ребят посмотрим. Давайте посмотрим, давайте я сейчас просто сделаю все и по коллекции. Давайте по коллекции. По идее, это первых. Две эмки, четыре бизона, три ауга. Кстати, вот те P250 выпал один раз, а всякие эмки по несколько. Да, прикинь, это, друзья, сколько? Смотри, сколько у меня уже этих пушек. Жесть. Друзья, это что-то невероятное. Вот это реально что-то невероятное. Я не знаю, вот мне кажется, что Хрома 3 кейс, это именно кейс, сделанный под меня. Вот реально. Это твои кейсы. Я не знаю, почему мне так везет. Вот вы, наверное, так же удивляетесь сейчас, как и мы, потому что, ну реально, я... Просто, вы что, как это объяснить? Как, скажите, пожалуйста, это объяснить? Я, вот знаешь, я не удивлюсь, если нам вторая МК выпадет. Я уже... На самом деле, да. Я... Просто, смотрите, даже не синева падает. Смотрите, ребята, так, отлично. Кстати, по-моему, качество... Нет, ну ладно, про качество не будем говорить. Потом уже посмотрим. Давай. Друзья, просто сегодня одна из самых... Ну, блин, просто... Бизон. Еще и бизон прилетает. Подожди, если сейчас еще что-то выпадет, я вообще просто офигею. Реально, я просто офигею, друзья. Я просто не знаю, что уже говорить даже по поводу этого. До конца у нас еще очень много, как бы, кейсов. Поэтому все может быть, все может. Это жестко. Неужели кейсы начинают окупаться? Неужели мы дожили до этого? Так. Давай. Мне кажется, за последнюю неделю я просто что-то нереально сделал с CSGO, то есть я... Выбил больше красных пушек, чем за полгода. Просто реально, это, я не знаю, как это объяснить. Так. Ну-ка. Давайте, ребят, все с каждым разом все интереснее, 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 реально. Так. Happy. Хорошо. Так. Блин, так не продать, зачем мне продавать, не надо. 5500 эмка стоит, капец. Жесть, у меня уже... Кстати, прям как прямо с завода, да? Да, реально выглядит, она прям вся сверкает, вся такая прям вообще реально вот прям блестит, ребят, реально здорово. Реально красивая эмка. На самом деле я побегал с ней, когда у меня еще была прямо с завода, и она мне вообще очень понравилась. Так. Не, ну, вот знаешь, вот мне хочется сказать... Вот после этого, наверное, ничего не... Да, мне хочется сказать именно этого, но, блин, это жестко. Друзья, это просто что-то нереальное, вот серьезно. Так. Давай. Ой, статрек и берет. Ну ладно, хотя бы статрек, ребят, хотя бы что-то, хотя бы это. Так, сколько у нас осталось? У нас, мы быстро так-то открыли. 9 кейсов осталось всего лишь, то есть большую часть мы, ребят, уже открыли. И нам осталось открыть примерно 1/3 кейсов. На сегодня, не, мне кажется, что уже все. Реально, наша удача, все. До свидания. Так, давай, вот так вот. Так, и? Ну уже. Давай, из этого что-нибудь. Статрек, океан. Ребята, это, ну, статреки одни летят, просто синева, розовые пушки, фиолетовые, красные, я удивляюсь, я уже просто не знаю, что мне говорить по этому поводу. Ай, ладно, ну тут уже синева, тут уже ладно, обычно синева, не статрек. Так, сколько? 6 ключей, ребята. Вот напишите в комментариях, как вы думаете, выпадет ли нам сейчас что-нибудь еще до конца или нет? Нет, вот сейчас пока нет. Но на самом деле вот что-то мне подсказывает, что нет. Вот глубоко прям вот. Ну, вот возможно, дерево. Да, возможно. Так, ладно, открываем дальше. Давай, так, давай. Итак. Нет, 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 нет. Это опять сейвы топ. Кстати, смотри, он, по-моему, подряд уже, да, второй раз нам летит. Ну, много. Ну, много, да, ребят, я уже просто не помню. Но много их уже прилетело 100%. Так. Капец, как, вот понимаешь, как долго, как, нет, как, точнее, как наоборот, мы их крутим очень-очень быстро. Ну да, прям уже 3 осталось, капец. Да, а было 30, да, ну, ребята, МК, это не знаю, что сказать даже, просто реально. Так, ладно, я очень сильно удивлюсь, я уже просто не знаю, что мне нужно будет делать, чтобы, если мы сейчас еще выберем что-то из этих кейсов, так. Наука это предпоследний, да, получается у нас? Да, давай. Давай! Отлично! О, отлично! Тег 9, ребята, отлично! Реентри! Кстати, да, надо будет потом посмотреть. Так, ну это по факту последний кейс, ребят. Давай. Но, в принципе, я думаю, еще можно докупить даже будет, не знаю, ключиков 5, потому что азарт, он азарт такой. Опять статрек? Братан, нормально. Вот что это такое? Опять статрек? Опять просто статрек. Давай, ребят, мы сейчас еще 5 ключиков докупим. По фасту сейчас вот так вот сделаем. Так, вот знаешь, что меня еще напрягает? Почему ключ стоит 161 рубль. Почему? А, я не знаю. Чисто 1 рубль гейм зажал, понимаешь? Вот не знаю зачем. Понятно. Просто понимаешь, да, какая это вообще коммерция такая, чисто, ребята. Да, какой доход ему с этого рубля-то одного идет? А на самом деле большой. Да, реально, сколько кейсов-то ключей мы покупаем, ребята. Ох, как много, ой, как много. Так, давай. Нужно и что-нибудь кейс, вот хорошее. Эх, сейва то. Не. Я просто не верю. Не выпадет нам больше ничего. Серьезно. Так. Давай.
И... Нет. Блин, ну все, наверное, да, ты прав. Слушай, может оставить эти два ключа уже на следующей серии просто, я вот не знаю. Не, ладно, надо добить, ребята, потому что сегодня очень удачная серия. Я бы вам так сказал, очень удачная. Ну вот, в серединке было очень хорошо, а вот под конец как-то вот, ну не очень. Да, как-то что-то вот, да. Ладно, последний кейс. Последний, ребята, уже 100% просто реально последний кейс и... К сожалению... Ой, да. Нет, давайте мы... Я уже не буду, наверное, делать контракты, потому что я просто оставлю эти пушки, если что, на будущее. Уже, если что, потом мы просто все это сделаем. Давайте посмотрим. Так, после полевых. Прямо завода. Прямо завод. Закаленная, закаленная. После полевых. Прямо завода, кстати. Вот, давай, вот мне интересно, кстати, сколько стоит вот это. Прямо завода. Давайте посмотрим, потому что... Пушка-то нормальная, мне кажется, она дорого будет стоить. 272 рубля. Нифига себе, здорово. Немного поношенная, после полевых. Закаленный вояк, закаленный... Дробовики! Тут закаленный, тут закаленный, тут закаленный. Воу! Так, после полевых, немного поношенная, после полевых, после полевых, после полевых, после полевых. Прямо завода. Оно все поле. 6 дробовиков выпало, и все закаленные. Че за магия? Офигеть. Подожди, после полевых, немного поношенная, прямо завода. 7 дробовиков! 8 дробовиков! И все закаленные! Какого фига? Прямо завода, смотри, тут прямо завода, тут прямо завода. Тут нет, тут ладно, тут уже другое пошло. Закаленный! Чё? Один только. Это вообще жесть, друзья! Это просто что-то нереальное. В общем, друзья, просто я даже не знаю, что сказать. Я скажу так, что вы уже можете сейчас заходить в группу ВКонтакте, там 100% будет конкурс. И за что я, наверное, в конце ролика просто скажу, что мы будем разыгрывать, вот. Ну а пока мы пошли открывать кейсы дальше, вот. Ну что ж, друзья, сегодня мы будем открывать кейсы на сайте forcedrop.net. Вот, я уже успел проверить этот сайт, я положил туда 2000 рублей, как бы до записи, конечно же, то есть до этого момента. Вот, то есть пооткрывал там кейсики и так далее, ну и ушел в плюс на 1000 рублей, то есть вот вы сами видите мой профиль, то есть тут есть вот такие вот дорогие пушки, вот, то есть, в общем, такие-то дела. Плюс я потом еще и узнал то, что этот сайт от разработчиков сайта CatsGoTM, вот, надеюсь, что, ребята, вы знаете этот сайт, как-никак, я, по крайней мере, там очень часто закупаюсь, ну, чтобы хоть была какая-то экономия, а то если просто напрямую покупать в CSGO, то, ну, вы сами понимаете, какие затраты могут быть, вот. А так, ребята, этот сайт, я вот уже точно могу быть уверенным в том, то, что он на 100% чистый, то есть, что это не кидалово, вот. Но сегодня мы, получается, будем открывать кейсы. И с чего начнем мы с тобой сегодня? Я, честно говоря, не знаю, ребята. На нашем балансе 4000 рублей, ну там плюс-минус там как бы комиссии, да, как бы неважно, вот. Я даже не знаю. Давай пройдем все. Да, вот. Давай, в принципе, начнем с АВП. Почему бы и нет, ребята? Сегодня у нас баланс большой. Вот, этот баланс большой я начислил. Почему? Потому что я люблю вас удивлять, ребята, вот. Поэтому надеюсь, что нам сегодня повезет, потому что, ну... Ой, ну как-то не из этого кейса точно. Слушай, счета пока как-то не особо, ребят. Ну, в принципе, смотри, как и начиналось в КС-ке. То есть в КС-ке мы открывали, нам не везло. Нам да, вообще да, не на везло. Самом деле. А потом в середине нам там уже подфартило, вот. Поэтому так, давай посмотрим, что нам случайно хакара. Давай, ну, синий ламинат, отлично. Хотя бы, да, хотя бы да. Синий так, ламинат. 170 рублей, ребята, заметьте, 170 рублей. То есть, не, мы ушли в плюс на 130, ну, даже на 129, как бы. Но, ладно, хотя бы хоть как-то, ребята, нормально что-то выпало. Так, давай случайно эмочку откроем. На эмочку на сегодня подпортило. Блин, смотри, мы три раза уже открыли, и у нас уже просто минус косарь вот так вот, да? Да, как-то бац-бац. Вот, да-да-да-да-да. Так, ну тут 100-100, о! Подожди, а сколько оно... Чего? Слушай, нормально повезло. На эмочке сегодня, да? Да, слушай, на эмочке, смотри, в два раза больше ушли в плюс. Нет, ребят, я, конечно, могу сейчас просто по полной программе рискнуть и открыть случайные данные, потому что на этом сайте оно стоит косарь. Вот, поэтому давай попробуем, давай реально попробуем. Давай, а там какие, кстати, пушки? Давай посмотрим. Тут много пушек, смотри. Тут АВП Dragon War, тут огненный змей, точно, медуза. Давай. То есть давай реально попробуем, почему бы как бы и нет, да? Вот, так, давай посмотрим. Так, давай, что-нибудь хорошее. Пожалуйста, давай, ну-ка, ну-ка, давай. Давай. Dragon War или огненный змей. Давай, 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 давай. Ягуар, вы что, серьезно? Кас... А смотри, мы ушли как бы в плюс на 100 там с чем-то рублей. Да, ну, да, ребята, то есть смотрите, мы ушли в плюс, то есть не забывайте то, что как бы тут кейс этот стоит, я даже сам сейчас забыл на секунду, да, про это, не забывайте то, что этот кейс стоит 1000 рублей. То есть сейчас мы ушли просто в плюс на 162 рубля. Да. То есть как бы не особо много. Давай попробуем засекреченно открыть. Ой, подожди, что это такое? Так, сюда. А что это такое? А ты даже попробовать. Да, давай вот так вот сделаем и...
Так, во-во, все. Да, так, окей, отлично, все, погнали дальше. Так, нужно что-то, блин, ребята, ну нам фартит сегодня реально здорово, реально круто, но как-никак, пока мы в плюс, пока не особо здоровые уходим. Чего? Уходим в особый плюс? Что? Офигеть. Эмка, Посейдон, какого просто? Что она тут забыла вообще? Чего? Офигеть, ты понимаешь, сегодня две эмки? Две эмки. Друзья, я даже не знаю, что сказать. Серьезно, что за... Жопска. Охренеть. Давай откроем, слышь, еще разочек. Еще раз хочешь засекречить? Мне понравилось засекречить. Слушай, а прикинь, сейчас еще раз выпадет нам Посейдон, я вообще буду угорать. Я не знаю, что сказать. Ребята, что, как это... Так, нет, поток сколько? Уже. Сколько? 128 рублей. Блин, Дима, ты понимаешь, что это вообще только что было? Что это? Эмка, Посейдон, да! А у тебя никогда не было ничего? Нет, я, ребята, даже забыл про ее существование, понимаете? Я о ней не вспоминал так долго, что я даже забыл, что она вообще Вот и пришла Посейдон. Друзья, это просто что-то нереальное! Сколько? Офигеть. Она там 7 тысяч стоила, да охренеть! Да. Просто охренеть, друзья, мы сегодня, по сути, то есть, смотрите, мы клали на сайт, подождите, мы еще... Так, новый антиквариат, 202 рубля, слушай, неплохо, неплохо, ой, такие нам лут идет. Я прям вообще не знаю, ребята, что сказать, блин, охренеть, просто реально охренеть. Так, давай, слушай, может, коллекции пооткрываем, ё-моё, вот эту. Мы еще не открывали, вот, да. Раз нам на Посейдон сегодня так повезло, может быть, еще раз повезет на Посейдончик-то, а? Ну, да. Ребят, ну это просто лайкусик 100%. Такого давно вообще не... Ой, ты куда? П-2000 лабиринт. Лабиринт 42 рубля. Давай еще раз попробуем, так это мы продаем. Почему бы и нет? Вот коллекции просто это реально что-то такое интересное. Потому что здесь есть Медуза, здесь есть Посейдон, здесь есть падение Икара. И пока я все это говорил... Пролетает там... Блин, 10 рублей, слушай, не, все, походу, знаешь, это как в КС-ке, реально. Мы выбили М-ку, а теперь мы ничего не получим. Вот смотри, сейчас так и будет, отвечаю. Ну, наверное, да. Так. Ну, хотя, погоди. Рано. Пожалуйста, давай, что-нибудь... Давай. О, блин, фигня какая-то. 11 рублей, ну чё такое? Так, сколько у нас денег? 8... Давай я предлагаю еще два раза откроем коллекцию. Вот давай. Эту, да? God and Monsters, вот, и... Давай, что-нибудь... Ну давай, еще эмочку. Если блин. Вот сейчас ну еще вот... кара было... Это, Дима, просто... Я вот 100% просто, ребята, ради вас разыграбы. Вот просто отвечаю. Вот мне вот не было жалко, понимаете, вот... Так, и это последний раз, когда мы сейчас открываем эту коллекцию, ребята, и потом, я не знаю, можно будет открывать там уже что угодно. В принципе, мы и так сегодня ушли просто в невероятный плюс, реально. Эх, МП7, это что, астероид какой-то? До 11 рублей, что-то, не, реально, смотри, все, сдулись мы, походу, с нашей удачи, реально сдулись, смотри. Так, сколько у нас, 500? Давай еще раз засекречить, смотри. Давай вот, так, давай, вот нам здесь повезло, ребята, нам здесь повезло, если еще раз повезет, я вот реально разыграю, если вот, если сейчас что-то дорогое падает, я это просто разыгрываю. Ну, даже не статрек, давай продадим и откроем еще раз. Давай. Так, получаем. 50 рублей остается на балансе нашем, мне кажется. Не, если сейчас что-то плохое выпадет, мне кажется, мы просто продадим как бы это и все, да? А, ну да. И тут новый расцветай. Сколько она стоит? Сколько? 200 рублей, так. Мы уходим в минус, но, ребята, можно продать. Давайте продадим. И так. 52 рубля, чё? Здесь уже недостаточно, да? Давайте тогда, смотрите, 250 рублей. Давайте посмотрим, что мы можем открыть. Что мы можем... Давайте запрещенку пооткрываем. Давай. Вот, здесь, конечно, но М-ка, падение кара, дезерт игл, пламя. Ну, то есть, сами понимаете, ребята, что шансы все равно на выпадение хороших пушек есть, но... Это клок жернов, который стоит 39 рублей. 39 рублей. И нам не хватает чисто 10 рублей. Давай тогда смотри, раз сегодня... Давайте, ребят, сегодня пойдем ва-банк, откроем случайный аук. Вот, прикинь, сейчас какой-нибудь Акихабара там, или, я не знаю, Хот-Рот какой-нибудь выпадет там. Это будет реально очень шикарно. Но... выпадает нам... Это что? А, это рикошет. 17 рублей, ребята. Просто 17 рублей. Ну, остается на 60 рубликов, ребята. Я предлагаю просто оставить уже вот эти деньги на следующую серию. Сейчас давайте мы просто пойдем в КГС-ку и посмотрим на все то, что мы сегодня вообще смогли как бы выбить. Я, честно говоря, друзья, не знаю даже, что сказать. Сегодня я вообще просто в последнее время офигеваю с этих кейсов. Вот серьезно, что нам только не падает с них. Вот реально.
то ножи, то эмки, то просто, вот как, скажите, я реально не понимаю, я не понимаю, ребята, какая муха укусила меня, реально, муха, которую укусила тоже Габен, я реально не знаю, друзья, я реально не знаю, на сайте мы, по сути, шли сегодня в плюс в два раза. Да, получается, в два раза. Просто, когда такое было в последний раз, я, честно говоря, не помню. Мы выбили Посейдон, это вообще каким образом произошло? Офигеть. То есть, мы клали на сайт, ребята, 4000 и ушли. Но еще до этого я открывал как бы на 2000, да, как бы. Ну, это вообще жестко, это просто нереальное что-то, друзья. Вот это просто реально, я не знаю, друзья, это вот 100% что-то, вот везение, просто реально какая-то полоса везения пошла. Вот, ну и как я обещал, конечно же, какой-то приятный конкурс, розыгрыш, ребята, для вас. Вот, именно поэтому мы, ребята, будем разыгрывать ножик. Ножик. Спросите, какой, ребята? Мы будем разыгрывать вот этот нож, нож с лезвием куряком, ночь. Вот, поэтому все условия этого конкурса вы узнаете в моей группе, ссылочку на которую найдете в описании под этим роликом, ребята. Вот, также не забывайте подписываться на все наши каналы, ставить лайки, оставлять... Положите, конечно же, комментарии, друзья. Вот. Ну а на этом мы с вами прощаемся. Надеюсь, вам понравилась эта серия. Я не знаю, как она не может понравиться. Мне вообще жестко что-то было сегодня. Вот. Ну, в общем, всем пока-пока. Всем пока, ребят.